Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 4. Злодеяние царя Камсы, текст 40. Тасмат сарватманам раджан брахманан брахмавадина тапасвина Ягьяшилан, Гахча, Ханмах, Хавидугха, Тасмат Сарватмана Раджан, Брахманан Брахмавадина, Тапасвино Ягьяшилан, Гашча ханахавир дугха. Тасмат сарватмана раджан. Брахманан брахмавадина. Тапасвино ягьяшилан. Гашча ханмахавир дугха. Тасмат сарватмана раджан. Брахманан брахмавадина. Тапасвино ягьяшилан. Гашча ханахавир дугха. Тасмат. Поэтому сарватмана. Во всех отношениях. Раджан, о царь, брахманан, брахманов, брахмавадинах, поддерживающих брахманическую культуру, центром которой является Вишну, тапасвина, те, кто подвергает себя аскезе, Яггешилан, тех, кто совершает жертвоприношение. Гахча, это коров и тех, кто защищает коров. Ханма, будем убивать. Хавихдукха, дающих молоко, из которого получают топленое масло, используемое в жертвоприношениях. Перевод. Поэтому, царь, мы во всем верные тебе станем убивать ведических брахманов, тех, кто приносит жертвы и совершает аскезу, а также коров, дающих молоко, из которого получают топленое масло, используемое в жертвоприношениях. Комментария нет. Текст 41. Випрагаваща ведашча тапах сатьям дамах шамах Шрадхадая дитикшача кратавашча харестану. Перевод. Брахманы, коровы, ведическое знание, аскетизм, правдивость, владение умом и чувствами, вера, милосердие, терпение и жертвоприношение являются частями тела Господа Вишну, и на них зиждется религиозная цивилизация. Комментарий Шрилы Прабхупады. Выражая почтение личности Бога, мы говорим «Намо брахмане девая го брахмана хитаяча джагад хитая кришная говиндая намо намага». Когда Кришна приходит в этот мир, чтобы установить по-настоящему совершенное общество, общественное устройство, он лично защищает коров и брахманов го брахмана хитаяча. Он заботится об этом в первую очередь, потому что защита брахманов и коров – основаться человеческой цивилизации, и без нее немыслима счастливая мирная жизнь. Вот почему асуры всегда стремятся убивать брахманов и коров. Особенно в нынешнюю эпоху, Калию-югу, коров убивают повсеместно.
А как только возникает движение за установление брахманской культуры, люди восстают против него. Они считают движение сознания Кришны своего рода промыванием мозгов. Разве могут такие завистливые люди безбожной цивилизации быть счастливы? Верховная Личность Бога наказывает их жизнь за жизнью, держа во тьме и низвергая их все ниже и ниже в жалкие условия адского существования. Движение сознания Кришны положило начало брахманической цивилизации. Но особенно, когда это движение стало развиваться в странах Запада, асуры пытались и пытаются ему препятствовать. И тем не менее, мы должны терпеливо развивать это движение на благо человечества. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупа кадамаям тадати сва падантикам манча калпа тарубешча крипа сингхупья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Вишитая Бхатулейши Матим Бхакти Веданта с вами нет минимум стеса расвати дэви гуровани прочарины не решеши шумады пошчати адэши тарины. Тасмат сарватмана раджан брахмана брахма вадина тапасвино ягешилан гашча ханмо хавир дука. Поэтому, о царь, мы во всем верные тебе, станем убивать ведических брахманов, тех, кто приносит жертвы и совершает аскезу, а также коров, дающих молоко, из которых получают топленое масло, используемое в жертвоприношении. Брахманы, корова, ведическое знание, аскетизм, правдивость, владение умом и чувствами, вера, милосердие, терпение, жертвоприношение являются частями тела Господа Вишну, и на них зиждется религиозная цивилизация. Итак, эти стихи, которые говорят всякие ужасные вещи. Это ответ демонов на призыв Камсы. Когда Камса понял, что Кришну одним ударом не удалось уничтожить, он выскользнул, вот, скрылся во Вриндаване, спрятался. Иди найди его среди множества младенцев. Теперь Камса говорит: переходим к плану Б. Вот, начинаем, так сказать, уничтожать всех младенцев, которые родились за последние две недели. Вот, и демоны говорят: да, мы во всем верные тебе, сейчас так и поступим. Вот, то есть Вишну не самостоятельный, думают демоны так. Он зависит от коров, от брахманов, от аскетов, от ведической культуры. Поэтому мы будем, так сказать, разорять все это, мы будем убивать аскетов, потому что они уверены, что Кришна живет в сердцах аскетов. Вот, убьем аскетов, убьем Кришну. Вот, то есть так они мыслят. То есть всю ту платформу, всю ту основу, на которой зиждется ведическая цивилизация, мы уничтожим, говорят демоны. Вот таким образом у твоего врага не будет никакой основы. До этого в предыдущих стихах они говорили, что мы также разгоним всех полубогов, потому что полубоги — это тоже, сказать, по их понятиям, опора или, скажем, армия Вишну, на которую он полагается. Вот. И Прабхупада в комментарии коротко, сказать, касается, хотя в других местах он очень подробно развивает эту тему, двух цивилизаций. То есть цивилизация духовного мира, которая учит живые существа быть зависимыми от Бога, и цивилизация искусственная, материального мира, которая делает человека зависимым от искусственных ценностей, искусственных вещей. И Прабхупада говорит конкретно в комментарии, что общество сознания Кришны призвано возродить брахманическую культуру, то есть это вот основа духовной цивилизации. Пока мы видим это лишь в такой информационно-теоретической части.
То есть главное, что принес Шрила Прабхупада, это вот ясно сформулированное духовное послание, которое он в своих книгах воплотил, и поэтому главная его миссия была, собственно говоря, цель основания храмов была даже не столько вот поклонение божествам, а чтобы храмы стали местом, центрами, откуда, так сказать, вот берет начало санкиртана, то есть распространение святого имени, распространение духовного знания, книг, чтобы было много, так сказать, распространителей всего этого, то есть некая такая посевная кампания. Вот, то есть вот чем, собственно говоря, были и в идеале должны являться храмы ИСККОН на нынешнем этапе развития. Заметьте, на нынешнем, потому что задачи немного меняются по мере того, как меняется ситуация. И Прабхупада дальше говорит о том, что демоны преуспели в том, чтобы объявить духовное знание, духовное движение, промывание мозгов. Это очень важный момент борьбы. То есть можно, так сказать, и не бороться с самим знанием, как с знанием бороться. Можно просто говорить о том, что это все вообще ерунда, это все промывание мозгов, это секта, видите, так сказать, там, как вот в Америке делали. То есть они, когда там в Далласе первую гурукулу в Америке сделали, вот и там, значит, ну, преданные очень этим гордились, и даже какой-то фильм сняли о гурукуле. Как дети там все сами делают, все, как они вместе питаются, там показывают, они сидят на полу, там у них это самое, раздают пищу. Тут же материалисты отсюда вырывают кусок, и они говорят, да у меня собака лучше живет, смотрите. То есть эти, они сидят на полу, едят там вообще с пола, с каких-то тарелок. Он говорит, у меня у собаки есть свое кресло, у нее есть своя чашка, у этих даже вообще этого нет. И они говорят, что это высшая цивилизация. Ха-ха-ха. Вот, то есть они умеют, скажем, взять какие-то действительно позитивные вещи и превратить их в негатив. То есть это же позитив на самом деле, то есть сидеть на полу – это правильно. Потому что тогда не происходит потери энергии. Вот, потому что когда ноги опущены вниз, происходит потеря энергии. Это неправильная асана. Правильная асана – ноги скрещенные. Человек сидит на полу, ест с бананового листа руками. Сразу снимается вопрос мытья посуды, всякой этой ерунды. Нет ложек, вилок, нет всего этого. Это просто лист этот банановый свернул, так сказать, и выкинул. Все. То есть вообще плюсы сплошные. Эти банановые листы, когда на них попадает пища, они начинают вырабатывать определенные вещества, которые способствуют усвоению пищи. Столько плюсов, и нет ничего. Они говорят, да у меня собака сидит на кресле, она ест, не сидя на полу, там, с пола руками. То есть все, ха-ха-ха. Раз, и мгновенно высмеяли правильные вещи. И показали, как неправильное правильно. Да? То есть вот материалисты, они именно преуспевают в том, как уметь, так сказать, духовное знание представлять в смешном цвете. Вот, то есть, и это их форма борьбы, то есть показать, что это какая, что-то такое искусственное, неправильное, там, ненормальное и так далее. Вот, духовная культура обозначает научить человека правильной зависимости, зависимости от Бога. То есть почему я говорю, что сейчас, предположим, ИСККОН справляется со своей задачей лишь в небольшой степени, лишь в одной сфере, в информационной сфере, в сфере что-то распространения знания. То есть мы по-прежнему в плане своего материального бытия зависимы не от Бога. То есть пока мы этого делать не умеем. Вот, потому что это основано на совсем другой форме экономики. У нас экономики своей нет. И, так сказать, похоже, что еще долго не будет. Вот. То есть экономика, как раз экономика, это не материальная сфера. Она кажется материальной. В действительности экономика по своей природе духовна. Потому что экономика – это взаимодействие с материальными благами, получение материальных благ. Но мы узнаем, что Кришна является источником всего. И поэтому у экономики духовная основа. И, допустим, ведическая экономика Варнашрама, она показывает, каким образом через процесс яги и правильной технологии мы получаем блага материальные. Как, допустим, защита коров, там, правильная обработка земли и так далее, совершаемая ритуалами, сопровождаемая ритуалами, ягиями и так далее. Как это вызывает милость Бога? И появляется все необходимое, там, продукты и так далее. Сейчас этого нет. Каким образом это компенсируется? Искусственные технологии, то есть для того, чтобы все, что нам нужно, значит, искусственные удобрения, химия, всякие там эти ГМО, которые генномодифицированные организмы, которые, значит, изменения, так сказать, генного кода всех этих
овощей, зерна и так далее, чтобы это все долго хранилось и вот таким было каким-то искусственным, ненормальным, вызывающим непредсказуемые последствия, скажем, в организме уже других живых существ. Вот, то есть сейчас эта технология связи с Богом и зависимости от Бога, она подменена другими вещами, то есть мы зависимы от, скажем, немножко ложного знания, не ведического знания, а искаженного знания, как сделать вещи, сказать, надежными без Бога. Вот. И фактически получается такая штука, что люди попали в зависимость. Сейчас мы зависимы не от Бога, а от другого Бога, от золотого тельца, от доллара. Да? Вот. И мы видим, что, предположим, современная цивилизация, несмотря на какие-то внешние такие определенные блага, несет огромное количество зла, которое человек сначала даже не может распознать вообще, что это такое. То есть мы говорим, что вот так много удобств, так много всего. Но чем это все заканчивается? Чем эти все удобства заканчиваются? Деградацией сознания. Вот начиная с уровня здоровья, допустим, я когда в прошлом году был у Дупина Панчакарми, с этим доктором разговаривал, он говорит, в Индии беспрецедентным образом развивается диабет, в общем, сахарный диабет. Он говорит, этого никогда не было, потому что раньше люди работали. Они работали, и, так сказать, все хорошо работает, у них им ничего не нужно, так сказать, для того, чтобы переваривать, у них жиры не застаиваются в теле, понимаете? Вот. Диабет обозначает, что человек сидит на диване, нажимает кнопочки, смотрит весь день телевизор, жиреет, вот, поджелудочная железа не справляется, ожирение печени, так сказать, вся эта жировая инверсия и прочие-прочие вещи. Все, так сказать, уже поджелудочная железа как, так сказать, не работает, как источник, так сказать, всех этих ферментов и так далее. Вот вам, пожалуйста, там всякий инсулин, там, инсулиновая зависимость. Вот. То есть он говорит, никогда этого не было, и никто не понимает причин. Люди перестали двигаться, вообще перестали двигаться. Ну, только вот до телевизора, до туалета там, и так далее, все. То есть все осуществляется через дистанционное управление. Вот. Им ничего не стоит за 1000 рупий в месяц знать, как себе какую-нибудь служанку, а сама эта разжиревшая хозяйка, она сидит на диване целыми днями смотрит телевизор, понимаете? И поэтому, так сказать, там диабет и что хотите, да. Вот. То есть это называется полностью искусственная цивилизация, когда люди не понимают, откуда берутся вещи. То есть они понимают, что вещи берутся из магазина. Все. То есть магазин и, соответственно, доллар, с которым в этот магазин мы идем. Вот две вещи. Магазин и валюта. Вот. То есть и наши ценности, какая-нибудь там валютная корзина, бивалютная корзина. Вот то, о чем мы говорим. Выучить ребенка сейчас обозначает его отправить в какое-то элитное заведение, которое объяснит ему механизмы Уолл-стрит. Все. Вот это обозначает элитное образование. Как можно украсть деньги? Вот и все. Как что-то создать, людей больше не учат. Понимаете? То есть было время, когда на серпе, на гербе нашей страны был серп и молот. Да? То есть молот — это символ, так сказать, рабочего класса, люди работают. Серп — это символ крестьян, которые там, значит, хлеб, ваш и так далее. Все, ни серпа, ни молота. То есть это, так сказать, люди больше не умеют работать. А в плане вот в таком вот создания каких-то ценностей. Сельским хозяйством занимается или 4, или 6% населения Земли. Вот. Все остальное население Земли нажимает кнопочки и передвигает бумажки. Вот. То есть это называется полностью искусственная цивилизация. Вот, предположим, настоящая экономика, как вот сейчас мы на себе чувствуем, какие-то там западный мир против России санкции какие-то вводит. То есть как при нормальном, так сказать, стечении обстоятельств, каким образом, приняв на Западе какое-то политическое решение, вы можете опустошить мой карман? То есть при нормальном стечении обстоятельств такого не может произойти, понимаете? Когда у меня, так сказать, есть нормальная инфраструктура и нормальная экономика. Но если у меня ничего этого нет, и все, что я могу, это добывать газ и нефть и отправлять это туда, вот, и больше ничего не могу производить, вот, тогда очень легко политическим решением там опустошить мой карман. Мы делаем какие-то санкции, и все, так сказать, рубль отпускается в свободное падение, и мы зависим от его величества доллара, этого как змей, который там извивается, да, все это. Мы не зависим больше от Бога, мы не понимаем, что это такое. То есть современная цивилизация обозначает, что много разных удобств, можно быстро передвигаться, можно быстро передавать идеи. Это все нужно только для одного, для распространения духовного знания. Как же это используется? Это используется очень просто. Начинается миграция культур.
То есть, допустим, люди, переставая заниматься традиционными искусствами, традиционными ремеслами на Востоке, они, так сказать, мы, говорит, поедем в Европу, мы поедем в Америку. Теперь все. Это, так сказать, какая-то мусульманская доминанта в Европе и Америке, она дает им, свои особенности, что называется. Начинаются межнациональные конфликты. Вот, то есть неспособность жить естественным образом, вот, то есть необходимость вот этих вот в неестественном количестве всех этих энергоресурсов, этого бензина и так далее, загоняет уже Америку, ее интересы перемещаются почему-то, скажем, в сторону там Ближнего Востока. Кому нужны эти там нищие какой-то там Иран или Афганистан, там пустыни вообще, да? Я однажды летел над Ираном, это там, ну, так сказать, просто был рейс там из какого-то, из Дубая в Москву, прямо над Ираном. Это на 90% страна пустыня, понимаете, вообще. Но почему там все эти Ираны, Ираки, они вдруг богатыми стали? Нефть, все. Которая, кому вообще, ну, ее есть нельзя, понимаете? То есть ее ценность состоит только в том, что от нее, так сказать, двигаются машины и так далее, а все куда-то спешат ездить. То есть искусственные ценности совершенно, так сказать, возобладали в мире. Вот. И те, кто от них стали зависимы, теперь у них интерес ко всем этим вещам. То есть новые вот эти вот технологии, новые возможности, они породили невозможное огромное количество искусственных проблем. Смешение культур, смешение цивилизаций, что раньше было совершенно невозможно, когда люди жили на своих родных землях, в своем каком-то, какой-то родной инфраструктуре. Сейчас мы называем это цивилизацией. Да? Вот, и имеем дело с невероятным количеством искусственных проблем. Вот, и поскольку природа человека, это она, вообще говоря, неизменна, ее можно просто искажать низшими гунами. То есть, допустим, Прабхупада постоянно говорит о варнашраме, что он говорит, чатурварням моя сришта, гуна карма вибхага шангут. Я создал четыре варны, которые различаются друг от друга гуной и кармой. Если Кришна создал чатурварням, их уничтожить нельзя. Но их можно исказить низшими гунами. Вот, то есть, если, допустим, изначально брахманы занимались тем, что обеспечивали человечеству связь с Богом через процесс яги, через процесс молитвы, там, аскезы и так далее, кшатри эту дхарму защищали, вайши генерировали естественные, так сказать, ресурсы, естественные ценности, не искусственные, а естественные, создавали рабочие места, ремесла, защита земли и так далее, защита коров. Вот. И шудры, видя чистых людей наверху, брахманов, могущественных кшатриев, правильно организовавших, так сказать, производство вайшев, они легко вписывались в эту систему. То есть четыре варны остались, но они искажены влиянием низших гун, искажены ложными идеями, ложной системой образования, которая другие ценности устанавливает. Что теперь делают брахманы? Вместо того, чтобы обеспечивать, скажем, связь с Богом, они сидят в Силиконовой долине, так сказать, там где-то вот, изобретают новые там, какие-то нанотехнологии и прочие-прочие разные вещи, или работают на войну. То есть теперь они другими вещами занимаются. Они остались брахманами по-прежнему. Вот, у них есть благость, у них есть мозги, но ложной пропагандой, ложными ценностями они сбиты с толку полностью. Вот, теперь про них тамас, они работают на разрушение, не на развитие, а на разрушение. Чем занимаются кшатри? Вместо того, чтобы защищать дхарму, они объявляют дхарму промыванием мозгов. Они, так сказать, наращивают свой ядерный потенциал для того, чтобы, так сказать, свою власть. Для кшатрия важно, чтобы все чувствовали его могущество, показать всем, какой он могучий. Если раньше кшатри умел держать в руках меч, лук, так сказать, реально, он мог сразиться один на один с тигром, со львом. Вот. Нынешний кшатри, он держит в руках ядерную дубинку. Вот. Вместо того, чтобы защищать брахманическую культуру настоящую, вот, он объявляет ее промыванием мозгов. Вайша, он просто-напросто, так сказать, сидит на Уолл-стрит или в интернете и следит за курсом акций, так сказать, вот и все. То есть, что такое земля? Вот. Или он просто продает деньги, сидит в банке, мы организовали новый банк, написали какую-то там, кому-то дали взятку, какой-то там ложный уставной капитал, все на основе этого, мы теперь продаем рубль за рубль 20, и все, купите. Вот. А человек, которому нужны деньги, он берет какой-то кредит в банке, который на самом деле никакого у него уставного капитала, может быть, и в помине нет, там, за исключением какого-то небольшого количества, в основном какие-то такие однодневки, пустышки. Вот чем занимается современный вайша. Земля, коровы, естественные ценности, ничего этого нет. Шудры, видя вообще весь этот беспредел, какие-то москитические
отличные и умные брахманы, какие там благородные кшатры, защищающие дхармы, какие там вайши, создающие рабочие места реальные. Шудры просто сходят с ума, вот и все. То есть алкоголь, наркомания, безумие, все это. Вот сфера услуг, конечно, как-то работает благодаря этим шудрам, но вся система, она пришла в состояние полнейшего безумия, полной дестабилизации. То есть варны остались, но отсутствием духовного знания, всеми этими низшими гунами, это все приведено в такое вот плачевное состояние. Вот, то есть сейчас получается так, что люди потеряли вот эту вот связь зависимости от Бога. Варнашрама, она не как, как экономическая система, она цена, без сомнения. Но главная ее ценность – это то, чтобы люди через нее почувствовали связь с Богом. Вот в чем смысл. Потому что экономика, она не материальна, экономика духовная. Это на сейчас стало материально. Когда ушло духовное знание, ушло понимание, что все даже материальные ценности берутся от Бога. И потерян процесс яги, то есть этот процесс связи, через который мы получаем благословение Бога в виде урожаев, здоровых, нормальных продуктов, не каких-то там генно-модифицированных и прочих там оскверненных всеми этими пестицидами, искусственными технологиями. Вот. То есть сейчас все по-дурацки, понимаете, вот это вот такая ненормальная, нет самодостаточности принципа. Опять же, те же эти санкции ввели, Европа стонет им теперь некуда продавать свое сливочное масло. В Голландии там устроили какое-то побоище помидорами, 120 тысяч помидоров, они кидаются. Просто. Все обесценилось, Россия больше не покупает, она ответные санкции взяла, понимаете, все. То есть мир сходит с ума полностью, потому что нету нормальных взаимоотношений, нормального понимания процесса вообще, что откуда берется и что с чем как должно быть связано. То есть полностью искусственные связи и просто какой-то один дурачок, который принимает какое-то решение, говорит, а мы теперь раз и перекроем вам, да, что-то там, какой-нибудь там Обама там со своей компанией, да, принимает решение политическое, а теперь нарушаются связи вот эти вот общественные, да. Кстати, тоже интересный момент. То есть темнокожие люди жили себе, так сказать, в Африке не тужили, да? Потом в какое-то время пришли белые люди, сказали, о, из них они, смотри, классные, сильные ребята, но тупые. Вот, давайте мы их в рабы возьмем, да? Вот, взяли, так сказать, их в Америку, начали их, так сказать, там транспортировать. Сначала они жили ужасно там на этих плантациях Флориды и так далее. Вот потом глядишь раз, и теперь уже их потомки, они уже там звезды, все черные звезды, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Барак Обама, все, они уже в дамки вышли, так сказать, наверх. Теперь они уже правят миром, понимаете, вот, так сказать. Хотя где-то генетически, может быть, все-таки мозги там в Африке и остались, понимаете. Вот, то есть чего-то явно не хватает, может быть, не нужно таким людям править миром. Вот. Но вот эти вот сказать, технологии и все эти искусственные вещи, они проникают по-прежнему в мозги, вот, и это формирует вот такие вот ложные ценности. И ИСККОН, как некая, так сказать, альтернативная сила, как альтернативная система, она сейчас дает людям правильное знание. Но она пока не может продемонстрировать правильной культуры. Вот, потому что вот этой вот, скажем, такой базы экономической нет. И даже те преданные, которые пытаются что-то делать, они в действительности ничего не могут сделать. Потому что вот эта вот ведическая культура, которая основана на защите коров и защите брахманической культуры, она очень сильно дает сбой по одной простой причине, что я не специалист, конечно, в сельском хозяйстве, но механизм понятен. Для того, чтобы корова давала молоко, она должна рожать, так сказать, этих самых детенышей, да? А они бывают вот телочки и вот бычки. Если телочки полезные, потому что они дают, какое-то количество бычков необходимо для оплодотворения этих телочек. А остальное количество бычков, получается, что они ненужные. Мы сейчас не можем пахать на них, то есть бык это природный трактор, вот вообще говоря, так, да? Вот, и я
видел, как это делается, то есть в Майяпуре, там, с крыши дома, где мы живем, я наблюдаю, так сказать, периодически, вот, на расстоянии 50-100 метров от меня, вот, как это все по весне происходит, как реально на этом быке они вспахивают поле там рисовое и все прочее. Это люди реально этим пользуются, это натуральное тракторное, вот, но... Там, где вот этой вот культуры нет, или она умерла фактически, эта культура, то есть быки, получается, лишние, да? Куда их девать? Чтобы их кормить, нужны огромные, так сказать, эти вот земельные угодья, чтобы они посесть. Их нет. Все, на мясо. Понимаете? Получается порочный круг. Мы можем говорить сколько угодно, давайте защищать коров. Не получится. Просто не получится. Если вы взяли себе одну корову, ну окей. Вот. А если потом она родила еще... Дух, что вы с ними будете делать? Все он толкнется вот на эту вот неразрешимую совершенно проблему, что не хватает этих вот пастбищ для того, чтобы этих быков не убивать, а чтобы на них пахать, или хотя бы, чтобы они просто себе сами жили там и кормились. То есть так устроена Кали-Юга, понимаете? Так устроена Кали-Юга, что вот это вот материальное воплощение ведической культуры становится почти невозможным. И корова из друга человека, это самое главное животное, не собака друг человека, а корова друг человека, поскольку она дает все необходимое и для материального, и для духовного успеха, потому что, значит, масло, создаваемое из молока, оно используется в яге. То есть ягью невозможно провести без масла. Сейчас Кали-Югу понятно, у нас уже другая ягья. Мы уже без масла ягью делаем, все, мы просто поем Харе Кришну. Вот. Но ведическая ягья, она основана на ги, масло, которое берется из коровы, да? И зерно, что бросается в ягью? Это зерно, которое берется из земли, которую пашет бык. Поэтому бык, дающий семя, это отец, да? Вот, дающий зерно. А корова, дающая молоко, это мать, вот это основа. А брахманы, которые умеют совершать яги, это вот, так сказать, интеллектуальная часть ведической культуры. Вот. Вот на этом была основана ведическая экономика, которая давала людям возможность почувствовать свою зависимость от Бога. Сейчас этого ничего нет. Вот. Прабхупада действовал каким образом? Пока есть возможность, так сказать, он использовал индустриальную цивилизацию, читай, печатайте книги, распространяйте, потому что такая возможность может быть не всегда. Вот если, скажем, индустриальная цивилизация рано или поздно накроется, вот, что, скорее всего, произойдет, хотя никто не знает, когда, вот, тогда уже печатать и распространять их невозможно, останется читать. Что-то, ух, классные вещи тут написаны, на самом деле, очень умные. То есть тогда, может быть, люди начнут действовать на основе этого всего. Пока что исконно это генератор идей и распространитель этих идей. Вот. А те, так сказать, герои, которые пытаются там какие-то исконовские фермы, пока что это более чем на карикатуру не тянет. Вот, потому что, так сказать, все эти, ну, попытки что-то такое создать, они не поддерживаются ни самим руководством ИСККОН, потому что они не понимают, как это делается. Не то еще поколение. Это нужно еще, не знаю сколько, поколения 2, 3, 4, 5 пройти, чтобы родились люди, которые понимают, что такое земля. Где, так сказать, уже учителями будут, простите за выражение, не бывшие хиппи, а, так сказать, а потомственные брахманы, понимаете? Которые, так сказать, рождены действительно вот в правильности. Сейчас это не критика, это просто как бы, ну, констатация естественных реальных фактов исторических, что пока, так сказать, традиции вот этой вот ведической культуры у нас нет. Пока у нас традиция только вот санкиртана, только вот так мы сейчас спасаемся. Вот. Но если ИСККОН это, так сказать, провозвестник какой-то будущей цивилизации альтернативной, вот, то она должна пустить корни. Понимаете? Вот, то есть пока что он такой искусственный, пока мы генерируем классные идеи, так сказать, провозглашаем, но мы питаемся пока что, так сказать, продуктами кали-южной цивилизации и кали-южной экономики. И альтернативы у нас нет. И какой-нибудь, так сказать, экзальтированный бхакта, который говорит, там, давайте все в деревню сейчас, он провалится 100%, понимаете? Вот, если он может переехать в деревню, это не проблема, но он также будет покупать в магазине продукты кали-юги. Он сам мало что будет производить. Вот, и крайне сложно человеку самому все вот сейчас сделать, потому что пока не та, так сказать, пропаганда, не та инфраструктура. Вот, и ведическая цивилизация, она решает очень многие другие проблемы. Проблемы отношений. Потому что, допустим, варнашрама — это определенный тип отношений. Все заняты.
Кали-юга – это время очень много бездельников, безработицы. То есть благодаря этим вот новым технологиям многие люди без работы оказываются. Вот. Города – это искусственная система в том плане, что здесь люди ненормальными вещами занимаются. Вот, то есть очень много времени уходит на дорогу, на то все в этих огромных городах. Скажем, в идеале ты где живешь, там и работаешь. Все. Не должно быть какого-то вот трудного передвижения от места работы к месту жизни. Вот. И отношения, допустим, корнем, центром всех отношений является семья. Семья, она основывается на каком-то общем хозяйстве, там, дети и так далее. То есть, допустим, в ведической цивилизации, в какой-то деревенской, идея развода, она почти не существует, потому что все заняты. Там людям собой заниматься почти некому. То есть все вовлечены в какую-то ягью. То есть город – это система, где много детей иметь это очень сложно, потому что дети попадут под дурное влияние, образовывать их – это целое дело, там всякие какие-то садики, школы, с ума сойти, понимаете? То есть все сложно, все сложно. Вот. И люди сосредоточены больше на себе, люди становятся более эгоистами, возрастает идея сложных отношений, понимаете? То есть все начинает разваливаться. Допустим, когда люди заняты все, то есть каждый ребенок – это помощник в семье, и еще один помощник в семье, и еще один помощник в семье, и еще один помощник в семье. Город – это еще одно препятствие, еще одна помеха, еще неизвестно, куда его девать, понимаете? То есть люди сконцентрированы на себе, возрастает эгоизм, возрастают сложности в отношениях, люди больше не живут в духе жертвы, все, они живут в духе наслаждения. Отсюда рождается идея: ты мне не нравишься, там меня не устраивает, я хочу наслаждаться так или сяк, то есть все. То есть, допустим, сколько может быть разводов в традиционной деревне? Абсолютный минимум. То есть города и современная цивилизация – это и есть основа нестабильных отношений, понимаете? Это и есть основа нестабильных отношений. Все на других ценностях, все на других принципах вообще основано, вернее, на отсутствии принципов. Вот. То есть, поэтому и говорится, что Кали-юга – это просто океан порока. Калир доша нидхера джан. В одном из последних стихов Бхагавата там говорится, что Кали-юга – это океан порока. Океан обозначает «не видно края этому вообще», просто «не видно края». Вот. И она только началась. Она только началась. Это обозначает, что дальше все будет хуже, хуже, хуже и хуже. То есть ничего лучше не будет. Вот. То есть вот это вот, это Кали-юга, такая эпоха. Вот. Поэтому здесь, ну, Шукадева Госвами, он говорит царю, только единственное средство в Кали-юга, это вот единственное, так сказать, благо Махадгуна, это вот киртанатева Кришна сия мукта санга парам враже. Только кто поет Кришна киртан, тот выходит, так сказать, разрывает все связи с материальным миром и достигает высшего назначения. Это основа. То есть мы сейчас спасаемся только одним святым именем. Вот. Но если мы хотим, чтобы искон он стал не просто неким, так сказать, какой-то такой вот, ну, говорящей головой, что называется, без тела, знаете, говорящая голова, вот, а чтобы это была, так сказать, полноценная система общества, вот, для этого необходимы какие-то материальные воплощения этих идей. И материальным воплощением этих идей является только одно – это вот правильная организация общества, вот, которую сейчас мы построить не можем пока, поскольку мы искушены или испорчены этой вот индустриальной цивилизацией. Только когда, скажем, наступит какой-то постиндустриальный этап развития общества, а он неизбежно наступит, потому что вот эта вот современная экономическая и социальная модель, они порочны, и все это понимают. Просто мы попали в, как бы, в состояние инерции, что невозможно остановить ее, и пока едется, пускай пока и едется. Вот. Но, так сказать, рано или поздно все эти искусственные вещи, они остановятся, и тогда у людей, так сказать, что делать, да? Опять собирать ту же самую машину, которая уже работала? Нет. То есть вот тогда уже, так сказать, Господь из сердца дает вдохновение, говорит: а вот же есть идеи, пожалуйста, альтернативного другого развития, что по-другому все можно сделать. Вот. То есть не знаю, сколько должно пройти поколений, чтобы вот это вот другое, чтобы искон оброс настоящим нормальным телом, что называется, вот, экономическим, руками, ногами, туловищем, что есть кшатри, вайши, шудры, которых направляет именно вот эта вот голова. Вот. То есть пока эти идеи, они не находят большой популярности даже среди преданных.
даже среди преданных, не говоря уже там, какие-то материалисты пытаются там тоже свои уже там эко-поселения, то и все, чистые технологии, все прочее, но там нет высшей системы ценностей, поэтому это все очень такое жидкое, все очень ненадежное. Поэтому сейчас мы находимся только в самом, можно сказать, начале вот этой вот миссии, когда многие идеи, они просто в форме семени существуют. Вот мы просто знаем, вот такая замечательная идея, а семя должно развиться в питательной среде и проявить, так сказать, полностью себя, вот как зрелое тело, да, как ребенок. Вот он от, так сказать, этого маленького дживы в этом сперматозоиде, там, в яйцеклетке, он превращается в зрелого, так сказать, человека. Это целый процесс, питательная среда должна быть, да, где вот он в чреве матери зреет, все, потом его холят, так сказать, заботятся о нем, выращивают, все прочее. Это целый процесс, понимаете, просто. Вот, то есть сейчас идеи этой вот духовной цивилизации, они в форме семян только существуют, только в форме семян. Мы говорим, ну, когда же, почему же, то, все, то есть требуется среда, чтобы эти семена созрели, понимаете. То, что джива там где-то витает, вот пока, так сказать, без папы, без мамы, нет без этого воплощения, как она проявится? Вот, то есть Прабхупада посадил много семян вот этого духовного знания, всех этих идей, прогрессивных идей, идей ведической цивилизации. Но чтобы они дали свои всходы, требуется очень много условий. И поэтому очевидно, что контекст западной цивилизации, он не есть то идеальное условие, в котором эти семена могли бы дать сходы. Вот поэтому Прабхупада сначала на Западе распространял, потом говорит, теперь поехали в Индию, потому что там лучше условия, сами по себе среда более естественная. Хотя нынешняя Индия — это тоже, так сказать, помойка еще та. Вот, то есть крайне мало где там что. Только-только в той же Индии появляются эти вот какие-то вот где-то там под Мумбаем, сейчас что-то серьезное, по-настоящему серьезное делают вот в плане вот развития вот такой нормальной вот ведической инфраструктуры. Вот. А в основном все тоже искон там крутой в городах, что Мумбай, Дели, Калькутта, Бангалор, там все это огромнейшие мегаполисы со всей этой, вот, так сказать, прозападной системой и так далее. То есть тоже ценности не те, не ведические ценности. Вот пока, поэтому я говорю, что пока мы распространяем идеи в форме семян, а давайте начнут плоды... Точно не при нашей жизни, то есть вот такие вот материальные плоды, то есть вот когда будет проявляться такая уже ведическая цивилизация. Вот для нас пока остается вот только санкиртана в чистом виде. И поэтому видим, что сейчас духовные учителя, они не могут ничего про Варнашрама-то и сказать. У них у самих таких корней нет. Их Прабхупада обучил санкиртане, поэтому они и обучают всех санкиртане. Они просто говорят, пойте святое имя, распространяйте книги и так далее. Все. То есть сейчас мы и ничего, и сделать другого не можем. Но когда, так сказать, пройдут несколько поколений, и уже учителя, они будут из другой среды, знаете, уже другой средой питаемой, они и другим вещам обучать начнут. Они уже начнут обучать многим практическим вещам, о которых сейчас мы только теоретически что-то начинаем понимать, и не более того. Вот это совершенно другой этап уже развития будет и ИСКОН, и человеческой цивилизации. Хари Кришна. Вопросы? А можно спросить? А? Смотрите, получается, можно ли вообще в Кали-Югу создать духовную цивилизацию? Кали-Юга, она установлена самим Кришной. Кали-Юга установится кем? Ну, Господом все же создано. Да. В определенных масштабах можно ли создать духовную цивилизацию в Кали-Югу? Мы видим, что это как-то крайне сложно, но не зря же существуют предсказания о Золотом веке, то есть как некое вкрапление в Кали-Югу. Это будет, так сказать, ну, некоторый реванш, что называется. В Кали-Югу в классическом виде совершенно точно, что нет. Вот. А именно благодаря приходу Господа Чайтаньи, вот это вот, так сказать, 10 тысяч лет Золотого века, это вот реванш духовной цивилизации. А так в Кали-Югу обычно, конечно же, нет. Да.
после лекции немножко не очень стало понятно, то есть, почему некоторые вещи, по которым что-то Прабхупада пишет, мне как городскому жителю не то, что непонятно, они вот вообще для меня даже, знаете, далеки. И поэтому те идеи, которые, по крайней мере, там Прабхупада со своей позорностью намного-много, по крайней мере, много цитируют, мне как городскому жителю простая жизненно-сказочное мышление неприменимо даже в нашей жизни. То есть, и поэтому, с одной стороны, получается, мы должны как-то по поводу наших детей, да, думать, что все эти вещи будут прорастать, причем в таком более глубоком ключе, чем у нас. С другой стороны, мы не являемся носителем этой культуры, и мы что еще сами должны делать для ближайшего Прабхупады? То есть, а что мы должны сами делать, получается? Ну, от каждого по возможности сказать. Что мы должны сами делать? Ну, то есть, допустим, вот если я говорю о себе, да, допустим, я полжизни прожил в невежестве, да, потом, так сказать, по милости Кришны взялся за, допустим, мой сын уже с самого начала живет в знании, да, то есть у меня есть надежда, что, допустим, его там дети тоже будут таком. То есть, чем дальше будет поколение, вот, то есть, когда уже невежеству места не останется в жизни человека, понимаете, то есть сейчас, допустим, если я загляну в свою голову, да, и честно признаюсь, то половина моей головы, она живет прошлыми ценностями, да, а вторая половина моей головы, она пытается там какие-то новые ценности, да. И поэтому я человек нецелостный, меня раздирает опыт прошлого, вкусы прошлого и какие-то попытки там на будущее. То есть, допустим, когда появляется новое поколение, уже в другой системе, они уже с невежеством с детства не знакомы, то есть они уже сразу живут с Кришной. То есть это личности более целостные. Это означает, что у них уже больше решимости, силы и возможности направить свою энергию своей жизни на, так сказать, полностью на духовные вещи, понимаете? И поэтому, если мы говорим, что дети детей наших детей, вот это, так сказать, уже что-то более серьезное. Это уже будут люди совсем другого качества. Я сейчас, как человек, то есть я могу говорить правильные идеи, но живу я своими старыми привычками, потому что я, так сказать, рожден и вскормлен совсем другой средой, другим временем, другими ценностями, другими. Вот, и мне достаточно сложно перестроиться. А, допустим, человеку, который уже рожден в правильной среде, ему не нужно перестраиваться. Он с самого начала у него все правильно, понимаете? А вот продолжение. С другой стороны, чем дальше от Шрилы Прабхупады, тем его чистое знание будет разбавляться, вот это вот бхакти, которое Шрила Прабхупада. Я не думаю, что окей, тогда можно сказать, а каким образом 5000 лет спустя после явления Кришны до нас это дошло? Благодаря приходу Шрилы Прабхупады. Окей, кто это сделал? Кришна. Так, то есть это означает, что Кришна заботится о парампаре. Так, а почему он не должен позаботиться о ней дальше? То есть ваш тезис, утверждение, что чем дальше от Шрилы Прабхупады, тем хуже и хуже. Вопрос. То есть это обозначает, что первое поколение преданных самое лучшее после Шрилы Прабхупады. А я вот в этом ставлю вопрос. Почему вы думаете, что первое поколение учеников Прабхупады это самое лучшее? У меня вот в этом большой вопрос. А может быть, десятое поколение учеников Прабхупады будет лучше? А? Материальная среда не улучшается. Допустим, ценность учеников Прабхупады состоит в том, что они передают нам сейчас в чистом виде все это, что есть. Но, предположим, уровень отсева среди них нисколько не меньше, чем, сейчас, может быть, даже больше. То есть, допустим, если Прабхупада дал посвящение 4 или 5 тысячам человек, в активном виде, может быть, из его учеников меньше 1000, понимаете? Меньше. Вот это обозначает, что это как бы активно практикующие, а среди них вот реально там чего-то, может быть, достигшие, и того меньше. Может быть, речь идет там о какой-то там, сотне, понимаете? Вот, то есть это большой очень вопрос, что чем дальше мы от ачарьи, тем хуже. Нет, это естественное опасение, психологический такой комплекс, знаете что? Это вот как... Я бы сказал так. Каждый родитель думает, мои дети, что они без меня там сделают, да? То есть это как бы его эго говорит. Вот пока я жив, вот они все, а я помру и все. Так же и эго говорит. Вот сейчас первое поколение учеников дойдет, и все, и дальше все загнется. Это эго говорит. Ничего не загнется, потому что Кришна контролирует процесс.
То есть это элемент материального эго говорит. Вот мы там зарощенные Шрилой Прабхупадой, мы точно знаем все. Все остальные поколения тоже бестолково. Тогда вообще зачем ИСККОН развивать? Ведь они же неизбежно первое поколение умрет. Правильно? И на этом закончится ИСККОН. Это, вот это же ложная парадигма, это же абсолютно ложная парадигма, она лежала в основе, так сказать, вот с самого начала. Когда Прабхупада ушел, мы не сказали, а, все закончено. Прабхупада же ушел. Кто теперь? Вот эти учителя, вот эти вот пацаны, которые вчера были нашими, нашими духовными братьями, они теперь стали гуру. Вот они ха-ха-ха. А мы говорим, о, наши гуру. А их духовные братья считали их просто пацанами тогда. Прабхупада же ушел, все, конец. Многие ушли из миссии после Прабхупады. А мы теперь говорим, о, наши духовные учителя. А их считали вообще никем, такими же, понимаете? Это просто действие, так эго работает. Что вот я старший, а что это молодежь? А это молодежь, она тупая молодежь. Вот пока я жив, вот все живо, понимаете? А я вижу, что каждое новое поколение преданных лучше и лучше. Понимаете? Не хуже и хуже, как вот по этой логике, что вы сказали, а оно лучше и лучше. Все более и более разумные и чистые люди приходят. Почему? Потому что это не в руках моего ложного эго, а это в руках Господа Кришны, который заботится о развитии, понимаете? Иначе можно было с уходом Прабхупады все закончить. Великий Ачарья ушел. Кто из его учеников равен Прабхупаде? Никто. Значит, по этой логике все будет хуже и хуже. Тогда какой смысл? А смысл в другом. Смысл в том, что эта миссия предопределена, и она находится под полным контролем Кришны. Понимаете? Я думаю, что учителя будут не хуже и хуже, а лучше и лучше. На самом деле. Учителя тех времен, это были люди, которые имели их максимальный стаж сознания Кришны был 11 лет. Понимаете? Самые старшие из них, это те, кто пришли в 66-м году, и в 77-м году Прабхупада ушел. То есть у самых старших из них стаж сознания Кришны на момент, когда они стали великими гуру, 11 лет был. Это смешно по нынешним понятиям, понимаете? И это было смешно многих им братьям Боги. Они не могли понять, как это они могут заменить Прабхупаду. А мы говорим, как же это смешно, это же серьезно, это же наши духовные учителя. Но они вызрели, понимаете? И также будут вызревать и новые поколения. И они будут становиться не хуже и хуже, а лучше и лучше. Кажется, вопрос, касающийся экономики, Дхармашрама, развития общества, должен быть не временем гуру, а GBC, те, кто управляет обществом, является менеджером. Какая разница? Мы сейчас говорим, для меня это все одно и то же. Это потому что это реально есть одно и то же, гуру сейчас, и GBC. Да. Ладно, сейчас это Амалачан, это бесконечная тема. Да. Это маленькая реплика. Да. А под Краснодаре сейчас под Анаполи там преданные развивают общину, они назвали ее Варшана. Они выкупили там сколько там сотен гектаров земли. Это которая Раевка, нет, или другая? Да, Раевка. А. Там даже часть озера выкупили, преданные занимаются там экономической деятельностью. А по факту, и хотя в будущем там проводить фестивали, проводить образовательные программы. Потому что даже проведение фестиваля такого, как Сапусанга, мы зависим от инфраструктуры, некой внешней среды, мы снимаем гостиницы, мы снимаем какие-то пансионаты. То есть у нас реально даже нет вот этой элементарной собственности, и преданные вот, ну, имеют вот такой план развития, в том числе и вот, приобретение каких-то ресурсов, материальных, экономической деятельности. Потому что одно из определений экономики — это когда ресурсы превращаются в ценности. И фактически преданные сейчас пытаются использовать эти ресурсы так же, как это делают все остальные люди. И, в общем-то, там довольно успешно у них все происходит. Ну, насколько это успешно происходит, мы посмотрим лет через 10. Вот. Сейчас пока, так сказать, фаза джайская, знаете, джайская фаза, это обозначает киджай, 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 это джайская фаза называется, вот, когда эта джайская фаза перейдет уже, так сказать, в практическую, вот, тогда посмотрим. Я желаю этому проекту полного успеха, но какого будет результата, мы посмотрим лет через 10, потому что я многие проекты видел на джайской фазе, так сказать, вот, и... Не все они завершались, сказать, успешно. Ну, можно сказать, что это прототип, правильно? Как так же мы говорим, когда семья начинает очищаться, да, да. С каждым поколением у нас едет очищение. То же самое здесь, то есть, допустим, Варшава 1.0, потом будет версия 2.0, 3.0, будет учиться. Да, нет. То есть то, что какие-то ошибки и сложности,
это не повод для критики и не повод не практиковать. Это повод пробовать, как и Прабхупада пробовал. Также Лига преданных не получилась, там ИСККОН, ИСККОН первая версия 1.0, построенный, на Санкиртане. Сейчас потом уже, ИСККОН 2.0 версия, уже другие вещи происходят. Определенное перерождение, это естественно. Вот. Кришна контролирует этот процесс. Естественно, нам важно очень быть настроенным в правильной медитации, в понимании того, чтобы не потерять суть послания, то идея не просто создать какую-то альтернативную экономику, а экономика — это как среда, правильная система, это как среда, в которой легче практиковать сознание Кришны. То есть смысл варнашрама состоит в том, чтобы разнообразные люди могли практиковать сознание Кришны. Сейчас, я подразумеваю эту идею, мы не позволяем разнообразным людям практиковать сознание Кришны. Мы всех заставляем, выкручиваем руки, стань брахманом. Все. Мы не позволяем других стандартов. В Исконе не позволены другие стандарты. Понимаете? Не позволены. И мы даже не можем помыслить о том, как это человек, который не 16 кругов повторяет и не всем принципам, как это он может прийти к Богу. Мы ему приговор говорим: нет. А Кришна говорит: может. Кришна говорит: работай для меня. А мы не можем так, потому что Искон построен на принципах брахманической культуры. Брахманическая культура — это вершина варнашамы. Но это не единственное, что есть варнашама. Понимаете? Вот, поэтому варнашама, она цена тем, что она учитывает интересы всех людей. ИСККОН учитывает интересы очень маленького количества людей. Очень маленького людей, для которых, допустим, если раньше я говорю, что в храмах жили многие люди, да, потом выяснилось, что они не могут там жить. Почему? Потому что это высокие стандарты. А для большинства людей храм — это как пойти в храм, это как в кино или в театр, где переодетые актеры в вайшнавскую одежду рассказывают интересные вещи о какой-то другой реальности, понимаете? И поэтому для большинства людей это прийти в храм, это как вот в кино или в театр, понимаете? Где что-то ему такое расскажут о другом. Но самому быть частью этого кино или театра он не может, понимаете? Потому что быть брахманами, это, им невозможно быть. То есть это, конечно, мы знаем, что через посвящение тогда люди становятся, но самой культуры брахманической жизни ее пока нету, понимаете? Поэтому люди искусственно пытаются все эти вещи практиковать. Вот. А для большинства людей варнашама — это ценность именно в том, что люди с разным статусом, в разных гунах, с разными привычками могут практиковать сознание Кришны, прямо или косвенно. А ИСККОН не позволяет косвенно, ИСККОН боится косвенно. Это косвенная проповедь, нас достали все эти психологи, астрологи, аюрведисты, ату их! Только пойте Хари Кришна. Все. Окей, никто же не против Хари Кришна. Но как другим образом жить другим людям, которые не являются чистыми брахманами? То есть они боятся того, чего не нужно бояться, понимаете? Они боятся того, что ИСККОН расширяется, и другие люди становятся, которые нечистые брахманы. Да не бояться надо этого, а радоваться этому, понимаете? Что появляются новые возможности для новых людей. Но люди, которые говорят, вот только так, только так, только так, это всегда останется такой маргинальной секточкой, понимаете, таких вот чистых преданных, которые вот только вот они будут других, кнутом своей садханы, бить вот так, 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 и никак иначе, и все по-другому. В Бхагавадгите так не сказано, простите. В Бхагавадгите Кришна совсем другие вещи говорит. Понимаете? Вот, и поэтому нам предстоит еще расширить свои мозги. То есть ИСККОН не расширяется по одной простой причине, что мозги не расширяются. У нас нет такого понимания, как, большинству людей, многим людям практикуют сознание Кришны. Узкое сознание, поэтому узкая группа. Все. Да, последний вопрос. Не на детей как таковых, а на воспитание их, на создание среды, в которой бы они выросли нормальными людьми. Вот. И что касается, вы говорите, там малое количество людей из гурукулы остается, а просто потому, что в гурукулу сдают всех, понимаете?
родители говорят: «О, я хочу, чтобы мой ребенок стал святым». Кто знает природу этого человека? Его, пока он маленький, он послушный, его отдали, забрили там все, и он все делает как все, понимаете? А когда он вырос, его природа проявилась. Поэтому, допустим, в Майяпуре гурукулу не берут всех. Там, извините за выражение, за ругательное слово, гороскоп составляют, понимаете? И смотрят на человека, еще что он такое, из него будет брахман или не будет брахман. А так родитель решил: отдам-ка я своего ребенка в гурукулу, пусть он будет брахманом. Ребенок, пока он маленький, он вырвался, его природа, так сказать, вылезла, все, он одел на себя, так сказать, черную кожаную куртку, рваные джинсы, сел на свою Судзуки и угнал, понимаете, прощай гурукула, Хари Кришна, понимаете. Вот, то есть кто определял его природу, его в каком сознании зачинали вообще? Понимаете? Вот. Сейчас мы в гурукулу всех сдадим, вот, и он станет у меня брахманом. Ну, он был, пока, так сказать, над ним с палкой стояли, он был брахманом, пел там Говинда Мади Пурушам Тамахам Маджай. А потом что? Вот, то есть это не так все просто. Поэтому это не дефект гурукулы как системы образования. Пока что это вопросы к папе и маме, понимаете? Что за детей они производят. Понимаете? Вот так можно сказать: да, мы сдавали ребенка в гурукулу, его там учили, а он стал черт знает кем. Кого изначали, того и получите, понимаете? Что посеешь, то и пожнешь. Начинается все вот с этого. Вот. Да, воспитание, да, образование, это все значит, но вы меня извините, я тоже родился в СССР, да? И что, почему я не стал коммунистом? И почему я не пошел по стопам своего папы или своей мамы, понимаете? Потому что я родился с другим сознанием. То есть у меня эту врожденную природу, ее не изменишь. По идее, я должен был сейчас быть в рядах КПРФ, а не в ИСКОН, понимаете? И должен там голосовать за это самое, за коммунистические идеи. Увы. Понимаете? Вот потому что природа человека, она, так сказать, так легко не меняется. Вот образование, воспитание помогает врожденной природе, но не меняет ее на 100%, понимаете? Почему у Прабхупады дети не были преданы? Есть очень хороший ответ Харишаури Прабху. Очень гениальный ответ. Он говорит: если бы его дети стали преданными и членами ИСКОН, у нас были бы сейчас гигантские проблемы. Гигантские проблемы. Потому что ИСКОН перешел бы, так сказать, не нам с вами, а его детям по наследству, понимаете? Как кастовым госвами, по законам Индии. Вот. И были бы огромнейшие проблемы. Поэтому то, что они как дживы получили милость Маха-Бхагавата своего отца, это нет никаких сомнений. Но то, что они не стали преданными, так сказать, и ничего не получили от ИСКОН, это огромное благо, понимаете? Мы их всех благословим, давайте, за это, что они не стали преданными в нашем смысле этого слова, понимаете? Иначе были бы огромные, огромнейшие проблемы кастовых госвами, как в Индии. Они бы весь ИСКОН приватизировали, получили бы по своему, так сказать, наследному праву, и был бы полный беспредел, понимаете? Все бы храмы, там, бибити получили бы, так сказать, и все было бы превращено. В Индии люди понимают, что такое. У них наследство, семья, эти традиции пока еще покруче, чем у нас все это развито. Смотрите, дети это носители. То есть мы говорим, мы передаем сейчас культуру и знания. То есть дети не просто как какие-то биологические существа, наши отпрыски, а дети как носители культуры. Понимаете? То есть чем больше ИСКОН развивается, то есть, допустим, я вам просто могу сказать элементарно, да, что сейчас Бхакта, проведший один год в ИСКОН, вот в правильной системе образования и так далее, он принципиально отличается от того Бхакты, который там присоединился, не знаю, там, в 67-68 году. Его благо было от того, что он получал милость Прабхупады, но тот, кроме Хари Кришна мантры, он ничего не знал. Он не знал ни философии, ни культуры, ничего. Потому что это были просто вот хиповская среда, понимаете, все, тамас такой. И, так сказать, мы знаем только светлую сторону ИСКОН. Если, так сказать, вы бы приоткрыли немножко темную сторону ИСКОН, вот те вещи, которые говорят, ужасы, которые творились, они вообще неописуемы. И творились они по той простой причине, что люди, которые преданные принимали, вот, они были по сути свои варварами, понимаете? Просто варварами, дикими варварами. Вот. И сейчас, скажем, люди уже совсем немножко другого качества в ИСКОН, понимаете? Я вижу, какие преданные приходили в 90-х годах, и какие люди приходят в 2000-х, 2010-х. Это вообще другие люди, вообще, понимаете?
Таких раньше, таких людей, их не было. Их не существовало в природе, понимаете? Вот, поэтому можете не сомневаться, люди, которые в прошлой жизни хотя бы съели кусок просады там, и так далее, там, подержались там, за колесницу Джаганатхи, уже в следующей жизни уже будут немножко другими, а в следующей жизни еще другими, а в следующей жизни еще другими. Вот, поэтому качество людей, оно будет повышаться. Да. Мадхурна Прабху, у вас кафе ничего? Оно что, открываться должно? Да я просто про свой завтрак. Последний вопрос. Просто вот последний вопрос. Суть практическая, суть лекции. Правильно ли я понимаю, что надо спокойно относиться к тому, что не все будут брахманами в естественном их положении, по природе, и каждому занять спокойно свое положение, найти, не стремиться стать там на брахманический уровень, потихоньку развиваться, так сказать, без всякого напряжения. И тогда мы разовьемся, иначе будет... Кришна сказал «чатур варньям», он не сказал «эковарну», он сказал «чатур», «чатур» он сказал «четыре», понимаете? То есть кто сказал, что мы все должны в эковарну? Эковарна – это да, эковарна в смысле, то на духовном плане, что преданная эковарна, в этом смысле, что одного цвета. Вот, но в плане социальной организации нужно «чатур» – голова, руки, ноги, туловище. Как же эко? Одна. Одна — это вот просто голова. Что голова может делать? Умно говорить. Но уже кто ее кормить-то будет, понимаете? Вот поэтому на этом давайте закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Моя голова проголодалась.